Всем привет, друзья! К сожалению, с монтажом третьей серии я не успел к сроку, но это ничего, на следующей неделе постараюсь выложить тогда две серии, во вторник и в субботу. А сегодня давайте посмотрим просто супер-бомбический коп, который у нас получился на закрытие сезона. Итак, смотрим, будет реально интересно. Всем привет, друзья! С вами снова я, Белый Копатель. Сегодня у нас веселая компания. Толян, Саня. Самые веселые компании. Как видите, уже снежок выпал. Земля нелегко копается-то уже. Уже в лесу даже не пух. Там еще Юра с Семеном отстали немножко. Они там лес валят. Эу! Катин, песок! Быстрее бежали, блядь, с торпедом. Вот это ты! А, две копейки. Здесь нет ничего. Нет здесь ничего. Идите дальше. Пошли к машине. Слышь, вывалилось. Я думал, что две монеты. А у меня было такое. Я в лесу тоже. Прикольно. Блин, что это такое? Это, по-моему... Пашка. А, Пашка, двушка. Две копейки. Да. Эй! Где остальные монеты? Не, ну там одинокий был сигнал. Ну да, ну очень. Ну он четкий, он прям. Не, ну да, я тебе говорил. Да. Ну двушка, а что ей будет? Ну живая, да. Нет, Павел. Это опять медведь, да, сделал? Да, да, я да. Убью когда-нибудь, а? Не, ну мы все видели. У Коляна чуть послабже. 1700. 1797, наверное. 99. Нет, 99. Это не то. Я думал, чешуя. Чешуя будет. Закапывай. Это не считается. Подожди, я еще там пробью. Прокапывай. Сёма, тут нет ничего. Не ходи, нет, здесь нет. 1798. Встретимся на автобусе. 1798. Емовский, да? Блин, вообще, я вот душки при мне Сёма находил в этом году. Я давно не находил вообще. Я вообще ни разу не находил даже. Я вообще в жизни. Она, знаешь, как это, когда первые деньги идут по всем карманам, чтобы везде выли. 98-й, да. Слушай, она еще вывалилась, такое ощущение. Не, я видел, она выскочила сразу. Посыпалась, короче. Я так один раз в лесу нашел это. Две двушки Александра, они у меня вывалились. И два следа, и две монеты. И у меня как четыре монеты. Я их беру, собираю, они это рассыпаются. Скорее всего, либо А, М. Да, Е-М. Буква А. А вообще прям четко. А, М. А, М, наверное. А, М. Да, А есть? Подожди, а я могу посмотреть прям, наверное. А, М, да, А, М. Ну, четко, А, М. 1797. Сёма! 98-й, точно 98. Огонь. Империя. Деус. Да, тысяча. Вот. Слушай, ну вообще что-то на самом деле не сильно глубина, но звук очень. Нет, я тебе Павел говорил, что не первый. Очень глубоко, но. Посмотреть я не могу. Павел первый. Короче, я нашел, если честно, 5 двушек еще, но я их в карманы брал. Ко мне. Расплажен. О. Целенький. Хороший. А обратка. Боленькая. Он, по-моему, даже не медный, да, а такой из сплава. Ну да, сплав. Хороший. Темный, почистится и хорошо. Четкий вообще, прям все натки. Чуть передают. Только подзагнутый. Тоже как из оловянистый, да? Да, нет. Все надписи гнут. Оп. Да, скорее всего. А может даже и пугается. Подождите. Что там нашел? Блин, я не успел заснять. Как медведь орал тут. Я даже свою куда-то бросил. Где моя-то была? Малая затертая, замыленная вам. Вот смерть опять. Не зря долбил, ну-ка. О, блин. Да она убита. Петр первый, да? Не-не-не. Петр маленький. А она это, ну мелкий шрифт какой-то был, кстати, да. Может и был Петр. Или деньга грозная по размеру. А говорю, что ж он мне так все сделал. Так, а я свою где скинул на ход. Вот она. О!
Я аж уронил. Ребята, костерок устроили. А я вот из-под корня вынул монетку. Судя по всему, империя. До этого еще 10 копеек было советы. А это, видимо, полушка. Еще сигналит на что-то. Единственное, не взял я кепочку свою. Могу вам в прямом эфире заснять. Сейчас. Нет. Гость от подковы. Пацаны, выкидывайте окашки. Да подождите. С балкона их выкидывайте. Да, лопаты есть. Вот аппарат хороший. Все, беги давай, Сема. Портретик. Не, ну вы это видели. Портретик, Катя. Шок. Смотреть до конца. Да, зализанный. Ну блин. Говно. Стали просто так. У меня реально петельки нарисовал. В ямке то. В ямке то еще сигнал. Пинчик, подожди, давай пинчиком. Вдруг хороший момент. Ладно, руби, лопаты. Не, прозвони, где? Это фантастика. Там еще что-то. Но если будет, то тоже серебрушка. Потому что не мять. Стопудово не мять. Сейчас, подожди. Не, в яме. Надо выгребсти. Не, лучше руками, ну нахуй. Да давайте я вот так вдолблю немножко. Вон бычок. Бычок это. Бычок пищи. Древнегреческий. Да глубже он здесь, глубже где-то. А пикник. Покинь ты эту там пукалку, ё-моё, желтую. Звук-то бомбический. Вообще. 40-44. Ну да, это скорее всего серебряшка. О, подожди. Сейчас, давай выкладывать буду. Давай. Не слышу. Глубоко. Да. Глубоко вот здесь вот где-то. Ближе к тебе. Вот туда да. Вот. Ну ты же его когда тычешь, у тебя так просто звенит. Не-не-не. Блин, заглючил. Да ты издеваешься. Подожди, батарейка села, может. И что я хватаю и бегу. От серебрушки заглючил китайский пин. Подожди ты. Так, работает. Нет, еще где-то там. Достаточно глубоко. Сантиметров 5-7. Пошла жара, блядь. Надо копнуть. Ребята, делайте ставки. Что не там? Должно быть. Мне кажется, говно какое-то. Не, стопудово серебро еще одно. Либо гривенчик, либо что-то постарше. Скорее всего, постарше что-то. Я думаю, что это моя монета. Может быть и пятачок. Может пятачок быть. Смотри, у нас сейчас бля, кстати. Облачник. Давай. Нет, пусть он продлится. А, давай. Надо поддеть. Шире лопатой взять, там видишь, уже ты руками не отковыряешь. Он вот так вот где-то, вот здесь вот, короче. Давай копнем. Да, я ткну. Ткну. Глаза нет, нет. Он бы был бы у тебя в спине давно.
Не-не, глубоко. Пошире это, лопатой. Потому что земля плотная все-таки. Давай, покажи. Прям это, в угол. Во-во-во. Пацаны, вообще, ребята. Поэтому у меня двойной сигнал и показал. Ну, как бы такой он петлю рисовал. Закопал вниз. Да, закопал. Аж не видит. Все, теперь надо, наверное, все, теперь аккуратно. Я прям слышал, как по фейсу скребло. Про это, прозвените кто-нибудь. Дайте я тут своим говном потыкаю, блядь. Потыкай, потыкай, все. Ну что, говном, 35-й ее нормально тащит. Нормально он тут обосрался. Блядь, звук бомбический, блядь. Мне кажется, как бы не... Блядь, как бы там не несколько, по-моему. Вот, тихо, тихо. Близко. Ох, как близко где-то. Вот тут вот, прям. Аккуратно. Есть. Блядь, серебро, ебать, еще одно. Побольше. Ебать, обмылок. Побольше. Еще побольше. Один. Парни, тут не кладух или? Нет, такой же. Двадцатка, да? Не, не двадцатка. Тоже этот. Блядь, да что же они такие затертые? Да, батарейка садится. Звони еще. Поэтому двойной сигнал был. Так что Акашка нормальная. Нормальная Акашка. Деус лучше, пацаны. Вообще в ус. Конечно, Акашки не выкидывайте пока с балкона. Тоже фейс. Блин, может копнуть здесь лопатой, расширить? Да, давай, лучше. Два гривенника. Потом, это... Да я брошу. Надо кучу потом позвонить. О, пошла жара. Надо нормальную такую это. На заставку, что они там, ребята, что же там было? Ребята, ну все. А кто позвонил? Ты? Да. Я еще в этот момент лицо твое видел. Не, ну серебруха, да, явно. Да все, хорош. Не, это все-таки не кладух. Прозвонит кто-нибудь? Прозвонит. Позвонил, что позвонил, погнулся. Да? Нет, это фантом. Ты вон. Давай стой. Вот это коп. Ну а круг посмотреть. Немножко надо. Ты так не выпустил? Слушай, ну глубоко, да? Да. Перевернул. Да. Может, второй бы и не... Нет, но у меня он реально там что-то попискивал. Дай-ка еще пару капков сделаем. Ну, они, наверное, уже были не платежеспособные, он их выкинул. В любом. Скажет, а, такой не беру, палатки не берет такой уже. И я такой, да ну что за говно. Побольше. Побольше будет. Ты же не, сука, оба убитые такие. Два серебра с одной ямочки. Я уже не помню, когда это было. Ага. Ребята, рядом еще сигнал. Ну так не привычно снимать, когда не видно, куда снимаешь. Это похоже на медь. На медь? Скрытая реклама пошла.
нативная реклама такая, ненавязчивая, да. На заднем плане. А, вы снимаете? Тогда цену затрёшь. Прикинь его просто. Один гривенник? Ну, получше, ага. По-моему. Получше. Да? Получше гривенничек. Не, не гривенник, а... Короче, это... Тачок или... Ну что, я за палаткой в машину побежал. 5 копеек. Ну, потом, 10. Ну, вы... 10? 10. Вы знаете, кто вас сюда отвел, да? Ебать. За три, чтобы вы не... Я у медведя вырвал. Так, я вот ленточки сейчас огораживаю, и медленно-медленно все отходим. Я звоню на работу, что я сегодня не выйду. Пацаны, я предлагаю перекурить и походить. Я сейчас еще глубинные настройки врублю. На одном месте. Причем разброс-то есть. О, это вообще жуненько, да? Десюнчик. Где мы сейчас находимся? Я отметил, я знаю это место. Весной будем это. Серебро. Год-то дай посмотрю какой. Там не видно. Я в этом году думал, блин, затерся как раз 1000 лет, или и все. Ну, 7. Слушай, ну разброс. Не, а это не 7, это 8. А это 8? 50 лет, да. Все надо. Разброс сильный, да. Десюрик, да? Даже? Десюрик. 1800 и последняя троечка. 1813. Да, он все равно круче. Тот самый. Я до тут не дошел. 1813. Самое поразительное в этой ситуации то, что мы уже возвращались домой и ничего не рассчитывали особо найти. Сделали остановку на перекур возле дороги, которую в современное время используют квадроциклы, и неизвестно, насколько она старая. И Саня так удачно встал, прям буквально на монету. После перекура он сделал мах катушкой и поймал сигнал. Подозвал меня, засомневавшись, и у меня на АК показал какой-то двойной сигнал, положительный, но двойную стрелочку рисовал. И я ему сказал, что вероятнее это всего либо пробка, потому что рядом дорога современная от квадриков, либо проволока какая-нибудь алюминиевая. Поэтому мы, собственно, и смеялись вначале, когда он откопал на моем предсказанном ложном сигнале монету. Вот. Но, как оказалось, АК не подвел, он просто, видимо, показывал тем самым, что там было две цели. Вот. Я рядом, потом, вы видели, еще нашел монетку, но до сих пор мы не знаем, что же здесь было. По картам ничего не отмечено, даже старой дороги не было, все монеты залегали глубоко. Из-за того, что времени у нас было мало до темноты, нам пришлось выходить из леса. Мы, конечно, там проверили, еще несколько сигналов откопали, вырубили из-под корней, но ничего ценного не было. Это были железные какие-то остатки гвоздей. В комментариях, ребят, напишите свою версию, что же могло быть и почему такой разброс монет в 60 лет, что бы это означало. Может быть, это часть клада или, скорее всего, кошелек. И возможно, там есть еще монеты, мне кажется, потому что все монеты глубоко залегали, и хотя бы одна-две монетки еще рядом лежит. Конечно, мы туда со временем вернемся. Да, и еще где-то в лесу мне попался вот такой интересный и очень маленький крестик, видимо, детский. Кто может датировать его, подскажите, если есть такая возможность в комментариях. Все, ребята, в итоге оказалось там три монеты, но со странным разбросом 1813 года и два гривенника. Ну, то есть гривенник и еще ямка. Вот. В общем... Копали сигналы, еще там есть сигналы железные. Ну так можно проверять, да. Да, вас особо не слышно. Вот, все, возвращаемся домой. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, вступайте в группу. Все, всем пока.